весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке, напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки, но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки, как много лишнего мы слышим в дни побед. Да только этой патоке с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем, а время умножает все на ноль, меняет поколение поколением, и вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд, в окно, на девочку с прекрасными глазами. А за окном солдатики лежат, и прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек главное богатство, недр, где еще с войны бойцы лежат по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток! Я Вершинин Саня, 5-й минометный полк. Сам я из Рязани, много ты в кино видал о солдатах и версий, сейчас послушаешь мою. Эх, будет интересней. И начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова. Я Маршанников Сергей, родом из Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку. 18-й квадрат, черная воронка. Все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет штыковую с матом. И деревья все вверх дном, ввысь растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землею месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксина. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.